Всем привет, с вами Виктор. И мы начинаем новое прохождение игры Far Cry 3. Ну что, давайте начинать. Новая игра. Сохранена игра 1. Да, я только просто проверял, там ничего не делал. Так что здесь? Легкий уровень сложности. Средний уровень сложности. Вызов. Малярия. Давайте малярию. Я умею все играть в такие игры. Так что я не думаю, что там так что-нибудь там сложное будет. Игра вышла уже как это, уже давненько, 3 года назад. Так, в то же дни Алиса рюкнула за ним следом, не думала о том, как же она будет выбираться обратно. Ух ты, Алиса какая-то. А, за моего младшего брата Райли и его пилотское удостоверение. Где? Да, где его носит? На кредитку папы, мою кредитку. Я-ху! Боже, я не бил самбуку с 20 лет. Нахрен отрубился! Держи дверь! Йоу, Джейсон, сюда, сюда! Дип-сип, Джей! Я училку лучше! Да! Думаете, что вы спятили, да? А? Прыгайтесь с самолетов! Летайте, как птицы! Вы спятили? Ты кто? Реально клевая. Так, что у нас здесь? Верни мобилу. Грант. Мою. Это моя мобила. И Джейсон. Из Калифорнии, да? Да, из Пиндостана. Надеюсь, папа с мамой очень-очень любят вас. Ведь вы детишки с виду очень ценные. Ну и да. Хорошо, я люблю ценные вещи. Прости, что ты сказал? Что ты сказал? Ты хочешь, чтобы я нарезал тебя, как твоего дружка? Заткнись, блядь! Окей? Слушай. Только у меня здесь член. Не матерись. На меня смотри. Смотри мне в глаза. Эй! Урод! Смотри в глаза! Ты моя сучка. Я тут царь и бог. Заткнись, сука. Или сдохнешь. Что такое, Джейс? Джейсон, что не так? Отойди от меня. Почему ты не смеешься, как в небе? Больше не смешно? Я тебя не радую. Нет, ты меня не радуешь. Знаешь, смысл в том, что там ты думал, что у тебя есть шанс. Летя в гребаное небо, ты думал, что схватил судьбу за вертлявую жопу. Ну, брат, тут внизу. Тут внизу. Облом. Ладно, я спокоен. Я расслаблен. И ты, и я, и твой крутой брат. Повеселимся, пока ждем деньги. Перестань пугать заложников. Я не хочу с тобой веселиться. Я надеюсь, что вы, овцы, прикольнее, чем ваши друзья. Та-дам. Пока. Пока. Приятного надеюсь, отдыха. Я с тобой больше не увидишь. Вертолеты еще летают. О, ты освободился. Это же хотя бы радует. Сука. Ранено. Вроде нет. Надо найти других. Как? Сейчас. Давай. Что делать? Что? Охрану. Да, давай сейчас. Позву. Эй, сюда! Ты чё? Заткнулись быстро! Оба! Ой! Давай.
Охренеть, он мертв. Да, у него череп расквасен. Вот чему учат в армии. Да, это выходим отсюда из этой. Все, пошли, пошли. Так, а чё он здесь? О, еще кто-то тут сидит. А тут? Да, я в норме. Не теряйся. Да, пошли, пошли. Тихо. Не теряйся. Еще ниже. Иду. Безумие. Да, это безумие. Все верно. Чего мне врать? Свинка. Ты ведешь себя как болван. Он торчок. Свинка. Родители у него богатые. Мы получим за него больше денег, чем за остальных. Людей ест. Вон, кости лежат. Свинка, ты людей ешь. Еще одна свинка. Ни хрена себе, там сколько черепов. Свинка. Присядь. Иду, иду. Черт. Псы. Ждем, стоп. Тихо. Собачки. Не надо собачки. Тихо. О, свиньи. Уходим отсюда нахрен. Уходим. За каждую бутыль хорошего пойла ты получаешь все больше моего уважения. Да, да, идем, идем. О, рюкзаки всякие. Бери шмотки и карту. Соп, и телефон чего? Тоже. Да, сейчас. Зажигалка, планшет, телефон, фотоаппарат и карта. Давай. Все заберем. О. Идем дальше. А что за девка? Блять. Ладно, пошли. Да. Стой. Что? Чё ты? Чёрт, нам нужно убрать его с пути. Брось камень туда. Ладно. Давай. Так. Кнопка Т, чтобы бросить камень. Давайте. Опа. Цис. Что за? Есть. Идем. Идем, ждем. Давайте. Пока нам кур осматривают, мы тут еще убиваем. Давай. Залезай нахрен. Только тихо. Кто это? Марк? Чего за? Надо охренеть. О боже, я не смогу, Гран. Откуда у тебя нож? Джей, 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 слушай. Мне не найти Лизу и Райли, и других без тебя. Соберись. А? Ладно. Ладно, извини. Ладно, ладно. Серьезно? Давай уходим. У него... оружия не было? Нет, оружия не было. Пошли. Уходим из этого сарая. Это тот мужик. Он расстреливает. Да, забираемся нахрен. Тут еще люди, пираты. Давайте уходим отсюда, пока не на телек смотрит. Мы прячемся в каком-то, каких-то этих. Да, давай. Можешь представить ее в чьей-нибудь голове, и он сразу поймет, что ты очень... Давайте пока не тут... Мы, слушай, не нанюхаемся этого... Это конопли, а? Или это не конопля, а какие-то наркотики. Ну, да, идем, идем. Да, давайте, идем, идем, идем. Помаленечку. Давай, сюда. Ага, давай. Не опасен. Нет, прошу. Ага.
Давайте нас. Я не опасен. Нет, прошу. Давай, идем, идем. Все, мне кажется, выбрались. Где мы? Не надо было прыгать наугад. Я обещал отцу, что пригляжу за вами. Тут есть Берли? Мы с тобой найдем его и освободим остальных. А потом домой. А, давай. А, чё? Чё за херня? Нахрен, сдержу. Нет. Давай. Не умирай, Грант! Опускаешь меня? Прошу, не умирай. Улыбайся. Держись, Грант, держись. Давай. Нет. Ну давай, живи. Нахрен. Грант! Ой-ой. Беги, Форест, давай. Бежим. Ой, не стреляет нахрен, давай. Зигзаг, зигзаг. Беги. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вертолет за нами тут. Ой-ой-ой. Собаки там. Прыгай. Ой-ой-ой, мы скатываемся нахрен. Ой-ой-ой! Ой, как херово-то! Ай-яй! Еще не это! Уже здесь! Нужно сваливать! Бежим, бежим! По этим джунглям! Беги! Беги нахрен! Ай! Дай! А кто это? Медведь нахрен. Блин, а что-то я не успел-то. Медведь на нас. Беги, беги. Да, нужно сваливать и быстрей. О, так, да, давай, поднимайся нахрен. Да, блин, что меня тут убивает-то? Я как только приземляюсь вот здесь, на этом обрыве, так сразу у меня все красненькое. Мне подлечиться не дают. Давай, бежим еще раз. Нужно сваливать. Да, да, лучше бежим. Нахрен. Да, лечись нахрен. Все, бежим. Ой-ой-ой, вертолет этот нахрен. Ой-ой-ой, этот медведь еще сзади. Ой-ой-ой, подошел себе. Давай, наверх! Наверх! Да, наверх, наверх нахрен. Бежим. Оленята! Блин, вертолет этот. Да, расступись, оленятос. Давай. Давай, проходим нахрен. Ой, твою мать! Давай, щелкай. Пробел. Давай. Я нашел его. Ну и нашел, ну и хорошо. Давай, валим. Не надо смотреть на него. Валим лучше. Ай-яй-яй, собаки же тут. По мосту. Ой-ой-ой, какой мост там нехороший. Я тут как по этим дощечкам бегаю. Беги. А-ха-ха. Нет. Ай-яй-яй. Ух, все, мы уплыли. Ай-яй.
Ладно, мы выбрались. Где мы? Где? Да где мы? Нахрен. Что за черт? Что ты делаешь? Плавать в бурю — храбрость, но загорать на пляже с пиратами — безумие. Ты вправе забрать мою жизнь, но и я вправе забрать твою. Джейсон. Давайте все возьмем. Спасибо за нож. Лаба-лаба. Я ни хрена не понял. Цапля, акула и паук. Я знаю, кто ты, Джейсон. Ты воин. А Татау позволит тебе раскрыть твою суть. Слушай, мой старший брат убит. Мне надо найти младшего брата и еще нескольких друзей. Идем. Куда? Ты мне поможешь? Тебе не понадобится ничья помощь. Джейсон, я освобожу тебя. Точно? Откуда я тут? Я нашел тебя на берегу. Хорошо, в деревне Манаки. Красиво тут, а? Так, нормально. Саламат, Тангахари! Я привел сюда Джейсона Броди, человека, который сбежал из лагеря Васа. Не повезло. Твой побег — знак того, что расклад сил поменялся. Нашим людям нужны добрые вести. Так, это твой народ? Остров призывает сильнейших. Он призвал меня. Трахиат, жители острова, приняли меня. Я стал членом их племени. Симпатичная, правда? Ага. Красивая, даже очень. Я мог бы выбрать любую из них, но моя душа принадлежит одной. Вот. Понятно. Деньги на оружие. Ты же хочешь спасти брата, да? Я раньше ни в кого не стрелял. Ну что, постреляй. Как говорят в Америке, все когда-то бывает в первый раз. Давайте. Пошли. В гун шоп. The best gun in town. Генерал Штора. Пошли. Вот все можно купить, да? Баночки какие-то, пакетики. А что вот и оружие. А можно я бесплатно автомат калашников? А, бабуля, можно? Нет, ты мне даешь кольт 11 года, 1911. Ну ладно, давай. А чем мне еще остается? Так, переписать ячейки вот сюда, вот давай. Все, пошли. Включай радиовышки. Если не включишь, я не смогу заказать снаряжение из дальних деревень. А там, поверь, есть первоклассная снаряга для тебя. Спасибо за совет. Отлично, пойдем. Здесь силы исходят из джунглей. Ага. От острова. Ты должен узнать землю.
Подожди, это че? Вышки нужны в АСО. Формит. Коза стоит $1. Кабан 2, олень 3. Можешь получить из них. Как все дешево. Так, шифратор наверху. Каждая вышка покрывает какой-то район. Заберись на все вышки и откроешь всю карту. Ага, понятно. Ну ладно, пошел, я пошел. Побежали. Так, это что у нас? Заправка была, да? А. Патроны. Так. Здесь тоже патроны. Денежки. Ладно, пошли нахрен. И еще патроны. И патроны я все же не могу взять. Так, что тут было написано? Ай, все равно непонятно. Ладно, пошли нахрен. О, денежки. Спасибо. Наверное, это радиовышка. Ага. Вон она. На. Наверху стоит. Полезли. О, кто это там? О, еще ящики вижу. А, змея. Так, как тебе можно отогнать, чтобы я не залез? Это как понимаю, если я с тебя наступлю, то мне больно будет. А там что у нас? Ящик. Спасибо. Так, отходи нахрен. Отходи. Ну отходи нахрен. Ладно, как я понимаю, кроме как убить тебя, мне ничего не сделать, да? Ну давай. Это единственный способ был, кажется. Все, пошли дальше. Так, дальше по лестнице вот тут, да? Забирай все. Выше, блин. Да, по этим вышкам. Сколько их тут не ремонтировали? Тут вон. Вышка полностью. Почти полностью. Сломана. Вот оно, шатается кое-там, кое-как. Патрон для пистолета, спасибо. Так, открывай нахрен. О! Так, что у нас здесь? Это оторвать, это включить и это переключить. О. Пикник какой-то. Колокольня. И причал где-то там на какое-то озере или речке. Ладно, пошли дальше. Надо думать, как спуститься. Ну да, как придумать. Так, вон деревня. Так. Ну, нам предлагают то, кроме как троса, ничего не делать. Давайте трос. Высоковато, правда. Ну, а что, другого выбора и тут спускаться тоже не хочу. Трос давайте. Полетели. Давайте. Спускаемся. Ой, как. Мы долго спускаемся. Славно прокатился. Ну да. Удачно. Удачно. Отлично. Покажи карту. Так, давай. Откройте карту с помощью М. Давайте. Видишь, все, что тебе нужно знать, было открыто радиовышкой. Лавки, приключения, остров зовет тебя. Теперь бесплатно магазин. И, как ты, Джейсон, торговцы не местные. Они используют радиовышки в работе. Они дадут тебе оружие за каждую свободную вышку. Воин охотится. Так и издавна заведено. Вот карта. Выбери угодья. Доверяй инстинктам. Общество научило проигрывать. Не природа.
Так, давайте, наведите указатель на кабанчика, на место обитания кабанов. Ну, давайте, и нажмите правую кнопку мыши, чтобы слышать эту точку. Так, чтобы спасти друзей, нужно познать джунгли. Шкура зверя позволит тебе нести много снаряжения и оружия. Растения позволят создавать действенные лекарства, которые лечат и обостряют чувства. Сага. Вернешься ко мне, когда преуспеешь в джунглях. Что это значит? Что мне делать? Слушай инстинкты. Ну, давайте. Пошли. Куда ты убежал-то? Ладно, пошли. О, машинка. Давайте, садимся. Поехали. Мы едем по джунглям. Ой-ой, оленята, оленята. Олень, точнее. Олененок. Стопаем. Ну да, можно и по обеим дорогам. Едем, едем. О, бык. Поехали, ехать, едем, едем. Найти растения и животных. Все, останавливаемся. Ладно, пошли на поиски. Так, где алмазик есть? Алмазики — это ящики. Так, что дальше? Так, здесь вот ящик. Так, ладно, нам листья нужны, да? И два кабана. Давай. Первые. Еще тут что-то. Вот там. Поднимайся нахрен. О. Так, а там что у нас? Пещера какая-то. Пещерка-то глубокая. Ладно, давайте... А, нет, там, вон. Кажется, выход. Давайте проверим все-таки. Понятно. Не, все, выход уже. Конец. Так, и как вернуться? Да как... Пришли сюда, так и вернули. Немся. Пошли, тогда забирайся на окно. Забирайся. Все, побежали. Под пещерой. Ладно, что мы еще не взяли? Голубой лист и два кабанчика. Так, под с патронами у нас все прекрасно. Вон кабанчик. Вот еще один. Давай. Да. Первый готов. Да, снимаем. Так. И второй где-то тут был. Ау! Где вы? Так, ладно, давайте пока это не кое тут, давайте найдем нахрен голубой лист. Так, где он? А вот он, под водой, да? Так, где вы? Все, давай всплываем.
Чего нахрен? Крокодил нахрен. Ни хрена себе, крокодил. Вау. В кувшинчиках. Залег. Думал, что я его не увижу. А вот еще один кабанчик. Вот так вот. Возьми нахрен. Возьмем патроны. И все. Вот так вот. Так, подожди, открыть карту, выберите этот значок и мгновенное перемещение. Ух ты, круто. Давайте попробуем. О! Браво! И не надо нам тут ездить. И появились мы дома у негра. Курятина. Баночки всякие какие-то. И оружейный шкафчик. Так, а что здесь можно в этом шкафчике сделать? Боеприпасы. Продать. Так, давайте продадим. Вот это можно. Все это нам не нужно. Бронзовая подсветка, амулеты акулы. А все это нам еще понадобится, как ты понял, да? Так, а что еще тут? Боеприпасы, пистолеты. О, можно это поменять, да? А что лучше, вот это или это? Так, подождите. Ну, точность у 6П выше, а урон ниже. Не, пускай кольт остается. А там что-то еще было там недоступно, да? Нет, ничего нового. За дробовиков тоже ничего. Штурмовая винтовка. А во! Вот этот автомат нам дойдут, да? СТГ-90. Швейцарская штурмовая винтовка. Ну, давайте экипируем. Да, меня, наверное, вот это. Так, что еще это можно сделать? Сравнить это мы уже попробовали. Блин, вот так вот. Урон выше, ну, темп огня ниже. И вот так вот. И точность, и мобильность выше. А тут все, все выше, кроме темпа огня. Ну ладно. И там было еще третье. С кнопка изменить. А можно тут, можно расширенный магазин поставить и коллиматорный прицел. Ну, 250-300 нам деньги позволяют. Давайте коллиматорный прицел поставим. Давайте экипировать. Не, купить. Ок. Вот так вот. Мы же уже с коллиматорным ходим, можем ходить. Все, уходим отсюда. Так, как выходить? Отсюда или отсюда? Не, две заколоченного отсюда. Выходим. Этим утром на охоте мне повезло. Я нашел небольшое свиное стадо. Хочу поделиться. Неплохо. Интересный у вас разговор. До кости. Напомни, научить тебя добывать еду. Сидят, беседуют. Ладно, пошли. Нахрен. У нас дела.
Давайте выходим нахрен отсюда. Деннис, растения и животные у меня. Класс! Подчини природу своей воле. Я научу. Давай, учи. Так, мне показывают, что нужно нажать на создание предмета. Теперь используй растения и приготовь снадобье. Так, потом выбрать вот это. И еще изготовить раз. И да, два. Джейсон, ты можешь найти более сильные растения в лесах. При удаче. Теперь используй шкуры убитых животных, чтобы нести больше вещей. Ремесло поможет носить больше оружия, денег, трофеев и снадобий. Так, попробуем так рюкзаки. Простой рюкзак. Давайте изготовить две шкуры кабана из двух. Давай, да. Изготовить все. И еще тактау на руке. Знак того, что ты особенный. Что у тебя душа воина. Ты отправился по пути. Я покажу тебе, как добавлять их. Ну, давай. Это тау означает навык. Ты можешь выбирать навыки в трех разных областях. Теперь я научу тебя захвату. Ну, давай. Вот мне что у нас тут дают? Три навыка можно выбрать. Бомбист. Рассчитайте время взрыва гранаты, удерживая кнопку и бросьте, чтобы она не взорвалась у вас в руках. Это раз. Второе, это бесшумное убийство. Щелкните F, чтобы тихо убить врага со спины. И три. Скользить. Подвести подкат. Давайте вот это сделаем. Как по мне, это самое важное на данный момент. Ох. Готово. Когда с каждым навыком ты станешь сильнее, тогда вырастет. Выбирай. Так, давайте второе теперь. Вот это, как понимаю, тоже вот важнее. Хорошо, Джейсон. Такау. Эй, Филиппе, мы едем к аванпосту возле Аманаки. Нами американка. Приходи к нам. Что за черт? Лиза. О, черт. Нужно ее освободить. Иди. Не. Следом. Пошли нахрен. Испытаем наше новое оружие. На людях. А не на... Что за аванпост, куда забрали Лизу? Аванпосты — крепости на острове Рук. Пираты Васа из них контролируют окрестности. Значит, будем драться. Да, и не зря. Спасая твою подругу, мы убьем двух свиней одним камнем. Мы воюем с Васом. Отнятый у пиратов аванпост — это ключ к возвращению острова. Ракет получит новую точку. Местность станет безопаснее. Все смогут путешествовать быстрее. Ты получишь возможность улучшить свои навыки воина. Кто в грузовике? Воин Ракет. Те Ракет, что живут в сердце острова. Татау даст им доверие. Слушай, я очень ценю твою помощь, но мне нужно спасти Лизу и друзей. И брата. Только так их можно спасти. Ты бежал из рабства. Ты выжил? Пора драться. Мы ну, все одинаковы, Джейсон. Отличаются те, кто не действует. И это разница. Ладно, приступим. Как давайте и ты. Приступим. Я когда-то был чужаком. Ты не одинок, друг. Мы дождемся тебя, чтобы атаковать. Давайте. Джейсон, ты не сдал тебе тотау. Теперь ты должен драться. Друг! Ты можешь напасть быстро. Снять их на расстоянии. Или подкрасться. Выбирай сам. А, хорошо. Что это? Махина, плантация, Хинард, Фармс Инс. Плантация какая-то. Ладно, пошли дальше. Лиза, я иду. Так, вон они. Так, кто-то говорил мне, что с помощью фотоаппарата можно помечать их, врагов помечать. Ну, все, что живое.
Я могу их видеть через стены. Давайте попробуем. Так, где у нас фотоаппарат? Так, фотоаппарат. Настройки. Управление. Так, давайте посмотрим. Не-не. Вот это. Мина. Камера назад, понятно. Так, давайте. Ваня, я сами. Вот так включается, да? Так, и все, да? Все, начинаем. Подойди нахрен. Ты будешь первым. Давай, давай, подходи нахрен. Все. Теперь ты должен пойти обратно, да? Вот так. И вот тут мы тебя зарежем. О, тёк, вот он калашников, да? Да, возьми его. $7. И какой-то белый диск нашли. Так, ладно, давайте попробуем это. Обойти, снять вторую. О! Подлечим немного. Все должно пройти тихо. Второе мы снимем отсюда нахрен. Так, где собака лает? Так, давайте, он нас не заметил. Иди туда. Давай, иди, иди. Вот так вот. Осталось трое. Нас не видит, да? Где-то собака лает, вот мне она не нравится. Так, сейчас заберем. Так, давайте проверим еще остальное. О, нас чуть не увидели. Куда не висни ты? Так, ладно, пошли. Попробуем с жопы обойти. Блин, как с трупов-то? Так, где собака-то лает? А вон и она. Давай, иди нахрен туда вот. Эй.
Вот так вот. Ты готов? Так, теперь нужно вот там разобраться, да? Блин, собака, собака, собака! Так, теперь нужно с этой разобраться, да? Интересно, кого здесь разводили-то? Я вот вижу тут клетки. И свиней, кажется, разводили. Ой-ой-ой. Да, подойди сюда. Вот так вот. Вот так, готовый. Так, осталась последняя часть. Собака эта. Вот так вот. Сейчас сделали. Лиза, ты где? Так, она внутри, да? Давайте зайдем на. Все будет хорошо, Лиза! Их больше нет! Ты в безопасности! Пусто! Ее здесь нет! Аванпост рядом с Аманаки атакован! Наша американка где? Пропала? Что? Она сбежала на запад этого сраного острова! Расскажу, когда доберемся! Она сбежала! Джейсон, ты достоин носить татау? Достоин идти по пути воина! Мы нашли твоего друга. Паранормальные. Щиты. Доктор Эрхард на западе. А, не бойся, там безопасно. Доктор, призраки. На западе? А он не сказал кого? Нет, но мы будем искать дальше остальных. Узнаем еще, что вызову тебя. Не унывай, Джейсон. Ты понравился племени. Ага. Так, ладно. Где-то на западе, да? А что ты карту открыл? Ладно, поговорить с доктором Эрнкартом. Так, где-то там. Вот, вот, да? Вот. Доктор Эрнкарт. Ладно. А, это карта памяти. Что это? Лопаты какие-то, кроватка, оружейка. Так, а вот и карта памяти. И что это? И как мне ее прочитать? Я же наверняка как-то так вот путеводитель, наверное, да? Так-то не то. А вот. Вот здесь же должно что быть. А не-то не то. Фракции, места, оружие, транспорт, дикие животные, растительность, это не то. Реликвии какие-то. Быстрый старт. А, вот, карты памяти, вот они. Так, мы взяли карту памяти по кокаин. Похищенный колумбийский наркоторговец начал делиться наработками своего картеля. В том числе он рассказал о невероятно эффективном методе выращивания листьев коки, переработки их в пасту и превращения в 99% гидрохлорид кокаина. Мы рекомендуем немедленно начать производство для рынков Бразилии, Южной Африки, Северной Америки и Австралии. Понятно. Ладно, пошли.
отсюда. Мы даже из этого автомата не постреляли, чуть-чуть, так по собачке. Привет. Так, что он здесь? Убейте 100 вечных собак из дробовика. И пираты охотятся на зверей где-то в горячих источниках. Убейте их ножом. Давайте вот это сделаем. Пошли, так, где они? Вон там, да? Пошли. Сто метров тут они тут. Далеко. По джунглям мы тут ходим. С автоматом. На перевес. Так, а вон и они, кажется, да? Так, первым делом же нужно еще сделать, это их отметить всех. Так, трое пока, да? А где еще? Четыре. Ну, давайте начнем. Так, за деревом. И... второй. И сейчас будет третий. Четвертый. Вот так. Все счастливы. Пруд какой-то. А что тут? Ладно, не мое дело. Что вы делаете? Почему именно здесь вы решили? Здесь еще одна какая-то охота. Ну ладно. Так, как тут? Так, где тут? Вот, чехол для оружия вот нам нужен. Нужен один козел. И патронтаж, два кабана. Так, давайте для начала. Так, что у нас, что нам ближе? Козел или кабан? Вот кто у нас ближе? Козел или кабан? Кабан находится вот здесь. Или это свинья? Если что, козел, вот он. А кабан... да подожди, не то нажал. Нам кабана нужно. У него вот что-то все заостренное. Эти клыки. Иди. Не, я только кабана, козла вижу. Кабана не вижу. Вот это свинья, кажется. У кабана другой рисунок. Ладно, давайте возьмем козла на сначала, а потом кабана. Найдем. Но для начала нам нужна машинка. А машинку мы возьмем вот здесь вот. Давайте 100 метров нужно бежать. Вот мы и прибежали на место. Так, где машина? Машина вон она. Свинка. О, вы еще здесь еще, да? Ладно, садись в машинку. Давайте разворачивать и поехали. Курятина! Мы что, курятину раздавили? Ну да.
хорошая, люблю курятину. Вот и всех этих вот, свинина, говядина. Вот, курятину я люблю, вот, больше всех, вот, если честно. Так, вот сюда вот эти. Особенно вот крылья. Вот ноги эти вот не очень, а вот... Так, кто-то там нам мешает. Ай-яй-яй. Развернул. Так. Едем. Ой-ой-ой. Они преследуют нас. Сейчас поможем. Так, где вы? Вот, блядь. Решил ей помочь. Ага. Помог. Что я сам угодил. Помог. Морд, точнее. Так, ну вышки появились, да? А нам вот здесь сюда нужно. 50 метров. О, мы даже ближе появились. Так, пошли. Ой-ой-ой. Лечись нахрен. Так, и где эти козлы гордые? Тут пасутся. Козлы. Блин, ну где они? Тут ходят. Ау, отзовитесь. Вон они. И за ними стая собак. А там вообще с делами плохо. Так, давайте сначала террористов убьем. Ну, и третьего. Все, готово. Ага, хорошо. Так, вон козел, возьмем его нахрен. Ну, вот так вот. Вот так вот. Так, и чё нам? Чехол для оружия. Простой чехол, позволяющий одновременно носить два ствола. Ну, давай. Так, теперь нам нужна шкура оленя. А на кабанчика? А на кабанчика я не знаю, где находится. Где кабанчик? Это у нас свинья. А не кабан. Большая разница. Вот здесь были кабаны. Вот здесь вот где-то. Ну, блин, там метка отсутствует. Убрали. Скорее всего, из-за геймплейных соображений. Ну, да ладно. Давайте, уже час прошел уже. Эту серию мы закончим на вот этом месте. В следующей серии мы кабана найдем. Может, еще как-нибудь животных возьмем. А также доктора посетим. И так далее. С вами был Виктор.
всем пока.